С 8 по 14 августа сотрудники ГИБДД проведут областное мероприятие «Ремень безопасности». Рейды пройдут во всех муниципалитетах Подмосковья. В течение недели автоинспекторы усилят профилактическую работу по пресечению нарушений правил применения ремней безопасности, перевозки несовершеннолетних детей в салоне автомобиля, а также станут обращать внимание водителей и пассажиров мототранспортных средств на наличие у них шлема.